День добрых дел. Лера не такая, как все. У нее особые взаимоотношения с миром. Она боится пылесоса и соседского кота, но смело скачет на лошади и играет сама с собой спектакли, говоря разными голосами. Самые простые вещи оказываются для девочки очень сложными, вызывая у нее тревогу и растерянность. Когда настала пора идти в детский сад, Лера туда пошла. Потом был детсад логопедический. Занятий там было много, но речь у девочки отсутствовала. Она замыкалась в себе. Тогда специалисты поставили ребенку окончательный диагноз – аутизм. Леру перевели в специальное дошкольное учреждение. В этом садике девочка отлично освоилась, нашла подружек, а главное – начала говорить. Теперь она может читать и писать простые слова. Это дает ей возможность и собственное задание успеть сделать, и другим ребятам помочь. Конечно, все это заслуга Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра», где Лера занимается уже 3 года. Чем больше помощи получит особый ребенок, тем выше шансы на то, что он приспособится к нормальной жизни и сможет раскрыть свой потенциал, говорит мама Леры. И она права. Теперь девочка должна готовиться к школе, должна научиться концентрироваться, слушать других, дожидаться своей очереди. Да, это непросто, но возможно, благодаря регулярным занятиям в Центре «Дорогу и добра». Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем 1/10 необходимой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте следующее СМС – ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами. Например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Не забудьте 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.